Если вы на сегодняшний день понимаете, что вы хотите себя приблизить кому-то, что, например, я не такой красивый, я не такая уж и красивая, как мне говорят, я обычная. Это неправда. Когда говорят, что я не такой умный, как мне говорят, я обычный, это неправда. Я не такой умелец, как мне говорят. Вот вон сколько таких умельцев. Это неправда. Я не такая отзывчивая, как мне говорят. Это неправда. Если в вас видят это, просто задумайтесь, что в вас это есть, и развивайте это по максимуму. И это будет правда. Вот здесь будет правда. И это будет ваш путь. Если вам кто-то это сказал, если кто-то в вас это увидел, если вам это срезонировало, но вы по каким-то причинам не можете себе признаться в этом, хорошо, пусть это будет не сейчас, но не отрицайте это, потому что это в вас и есть. Вам подсказали, что есть в вас. Вам подсказали, в какую сторону вы можете развиваться. Если вы хотите быть абсолютно, тотально честным перед самим собой, идите в этом развитии, и это будет правда. Вот. А сегодня я вам еще хотела сказать, что у меня сегодня была встреча. Я не знала, если честно, с кем. То есть мне предложили эфир. Девушка предложила. И я как-то так, я говорю, ну, смотрите, когда вот мне удобно вот по этим вот часам. И они мне сразу же говорят, ой, мы готовы. Я думаю, ну ладно. И сегодня была на эфире, и получилось так, что это контактеры, ченнелинджеры. Я о них раньше слышала, но я все время как-то к ним так относилась, думаю, ну что за ченнелинджеры, откуда они там видящие, слышащие. И я как-то один раз, видимо, на такого ченнелинджера наткнулась девочка, которая, на двух вернее, которая одна говорила полную какую-то ерунду, вообще непонятно про что. И там не было даже сути, за которую можно было хоть как-то уцепиться, чтобы развить какую-то тему. А вторая после каких-то слов все время говорила там какие-то абракадабры. И мне почему-то показалось, что это для привлечения внимания. И я больше их не стала смотреть. Но когда сегодня я поговорила с ними, пообщалась, ну, это, наверное, мне показались такими какими-то чистые такие... чистые, бескорыстные люди, которые они не то, что отрицают или не отрицают что-либо еще, а они настолько чисто, может быть, пока, может быть, уже, может быть, просто, они настолько чисто погружены в ту атмосферу, которая есть вокруг них, которую им рассказали, и как я поняла, что им их обучают этому ченнелинджингу, или как там назвать. В общем, этому контактерству их обучает девушка или женщина, не знаю, не видела ее, не слышала про нее, которая была в коме, из комы она вернулась вот сюда, вот в этот мир, и начала вот это вот обучение, откуда брать информацию. И у них такие интересные высказывания. В общем, я первый раз с ними встретилась, пока еще не могу сказать никакие там нравится, не нравится, но у меня такого как бы нет, нравится, не нравится, но такой своеобразный опыт, и достаточно приятно, что еще как бы окунулась в определенный опыт. В определенные разграничения определенных людей. И это клево, это здорово. Вот. И достаточно такой приятный опыт был. Я, кстати, на YouTube-канале на моем будет вот этот эфир, он сейчас зальется. Он такой коротенький, наверное, минут 40 он был. Ну, клевый. Вот.